Всем привет! Меня зовут Седля Рукала. Мне 51 год, и живу я в Италии, в городе Неаполь. Занимаюсь профессиональным массажем. Вот. С коралловым клубом я познакомилась недавно, это в конце февраля, и пришла сюда на продукт. О бизнесе я тогда вообще не задумывалась, потому что были большие проблемы со здоровьем. Вот, и у меня была такая болезнь, которая называется подагра. Это страшная болезнь была, потому что я не могла ни спать, ни ходить, ни сидеть. За работу я вообще молчу. Вот, когда надо было ехать к врачу, я просила кого-то, чтобы меня завезли, потому что я сама не могла рулить. Я с чьей-то помощью садилась в машину и руками забрасывала свои ноги по одной в машину. Было страшно, но все прошло благодаря коралл-клубу. Я с 15 года была постоянно на таблетках. Сейчас уже 4-й месяц я вообще не принимаю никакой медицины и очень довольная. Я прошла всю концепцию по здоровью, всю программу 90 дней. Вот, я также сбросила вес. Сейчас я порхаю как бабочка, очень довольная. Вот, у меня также были перед тем, когда я пошла на концепцию, у меня были большие проблемы с мочевым пузырем. Вот, и я пропила 5 дней антибиотик. Когда начала принимать Detox Plus, у меня снова началась эта проблема. Началось заострение с мочевым пузырем, и я тогда начала принимать наш продукт. Поударка. Принимала 5 дней, и все прошло. Сделала визит к гинекологу и сделала экографию на мочевой пузырь и мочевые каналы, и результаты все вышли очень хорошие. Также были проблемы у моего внука, ему 4 года. У него был сильный кашель был и температура. Я не побоялась. Я начала ему давать наши продукты. И уже на второй день он проснулся без температуры, спал целую ночь хорошо. И через 4 дня у него прошел кашель. Вот. И когда я увидела наши результаты, я себе поняла, а чего бы мне здесь не заняться бизнесом? И как бонус, хороший бонус, иметь здоровье хорошее. И я так и сделала. И вот я имею свои цели, хорошие цели. Иду вперед, уверенно иду вперед. И хочу сказать всем, если вы любите себя любимых, просмотрите концепцию здоровья компании «Коралл Клуб», и ваша жизнь изменится на 360 градусов. Я в этом уверена на все 100%.